don't know why. You hit the road, but you don't realize. I want the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. Yeah.
sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, lay there the charge, I am coming, I'll fight. I swear on the breath that I breathe, I'll never betray you. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. Добрый день, уважаемые телезрители, мы с вами в прямом эфире, на связи город Томск, Милентьев Сергей с вами отработает этот матч. Парни из спортшколы 17, второй состав, сыграют против Металлурга из Новокузнецка. Ну и давайте посмотрим, как эта игра завершится. Для Металлурга это очень важный матч, ну и для спортшколы, естественно, тоже. У «Металлурга» отличные шансы для того, чтобы выходить из этой группы, в том числе и с первого места. Да, важные игры ждут еще их впереди, но тем не менее после вчерашнего игрового дня ребята хорошую заявку делают на то, чтобы с первого места выходить из-под группы. И вчера они в непростых матчах, на старте им попался грозный соперник в виде томской команды «Таян». И «Металлург», надо отметить, что с большим трудом справился таки. Сыграли ребята в ничью 2-2, хотя по ходу этой встречи проигрывали два мяча. Ну и за счет, наверное, стандартов у ребят получилось переломить ход встречи, неудачно складывающегося для них матча. Да, ничья, не победа, но тем не менее эта ничья позволяет им рассчитывать на высокое итоговое место в турнирной таблице. Так что для них этот матч, ну такой, еще один шаг вперед в направлении, скажем так, первого-второго места, наверное так. На бумаге новокузнецкий «Металлург» вчера, в общем, доказал всем своей игрой, что ребята будут претендовать, да, по крайней мере, в группе. Ну, есть три команды, короче говоря, которые могут сейчас взойти на эту заветную ступень. Скорее всего, «Таян» отвалился от розыгрыша первого места после того, как ребята уступили Новосибирску. Эта игра вот совсем недавно завершилась. Футбольный клуб «Новосибирск» 3-0 переиграл томскую команду. Ну и у Новокузнецка, наверное, остался еще шанс для того, чтобы попробовать остановить вот эту победную поступь Новосибирска. Что по томской команде сказать? Спортшкола 17, вторая команда, ну, провела два таких не самых лучших, наверное, матча вчера. Первую игру парни проиграли. И вторую тоже уступили Кузбассу. Но, в общем, есть над чем работать. И Кузбасс с минимальным счетом переиграл 2-1 Томичей. Ну, а Новосибирск вчера шансов не оставил абсолютно никаких. Кажется, 4-0 та встреча завершилась. Я надеюсь, что пацаны не расклеились. И у них запал еще остался на продолжение в этом турнире. Ну и вот в этой игре с «Металлургом» будет непросто, но тем не менее, мне почему-то кажется, что пацаны готовы дать бой.
Но будем посмотреть, как это все выглядеть будет. Да, наверное, фаворит на бумаге «Металлург», но здесь мяч круглый, поле зеленое, поэтому произойти может все что угодно. Так, «Металлург» в атаке. Ну и первые минуты, кстати говоря, да, начинаются с атак «Металлурга». Именно они ведут, скажем так, контролируют больше мяч и стараются на чужой половине поля работать с этим мячом. По составу пробежимся чуть позже, но состава «Металлурга», к сожалению, у меня нет. Ну и есть тут ребята, которые играют без номеров, поэтому это дополнительные сложности. Ну, в общем, имеем, что имеем. Томская команда у меня, составчик есть, к нему чуть позже обратимся. Пока нули на табло, у нас тут какие-то невероятные матчи происходят. И прошлая игра, где спортшкола 17, первый состав, играли против «Динамо» из Барнаула. Ну, по напряжению, по накалу игра выдалась, конечно, сумасшедшая. Барнаульцы повели по счету 1-0. Дальше томичи счет сравняли. В первой половине тайма эти все истории происходили. Дальше просто голевая такая засуха случилась. Ни одной из команд не удавалось долгое время забить. Ну и в самом конце встречи все-таки томичи вырывают победу и выходят в соседней подгруппе на чистое первое место. Скорее всего, ну, должны доезжать, скажем так, с таким результатом на первой строчке до финальных игр. А вот в этой подгруппе пока вопросов больше, чем ответов. Но Новосибирск заявочку хорошую сделали, обыграв «Таян» в матче личном. Поэтому Новокузнецку... Ух ты, это гол. Это гол, и это 1-0. Новокузнецкий «Металлург» забивает первый мяч в матче и выходит по счету вперед после стандарта. Слушайте, у «Металлурга» вот эти стандарты, это, наверное, самое, извиняюсь, самое главное их оружие. Они вчера с этих стандартов забивали, и забивали как раз-таки «Таяну» в матче, где им приходилось долгое время отыгрываться. Один мяч был забит после розыгрыша штрафного, и второй, кажется, с углового заскочил. Но вот и сейчас «Металлург» выходит по счету вперед как раз-таки после подачи углового. 1-0. И, ну, подтверждают свое вот это вот, как это сказать, свои намерения на высокое место в самом начале этой игры. Парни из Новокузнецка, 1-0 в их пользу, но я сейчас расписание попробую глянуть, посмотреть, когда там они с Новосибирском должны встретиться. Скорее всего, это завтра, да, будет игра. Но посмотрим еще, посмотрим, пока не могу точно вам ответить. Да, вижу, что у нас с таймером беда. К сожалению, исправить это в ближайшее время не смогу. Ну, в общем, придется просто наблюдать за тем, как арбитры эту встречу ведут. Я не углядел сразу за тем, что у нас таймер в первом тайме запущен неверный. Обидно, конечно, но во втором тайме обязательно это исправим. «Металлург» зарабатывает еще один стандарт, еще один угловой. Подача, у них такие высоченные парни в обороне играют. Ну, есть ребята, прям, которые на голову выше остальных. И это, конечно, серьезное преимущество дает Новокузнецку именно на стандартах. Да, зашел я в чат трансляции, вижу, что вроде как у нас по картинке, по звуку должен быть порядок. Если что, вдруг, пишите обязательно в чат, постараюсь я оперативно исправить, если будут какие-то сложности и проблемы. Ну и в ближайшее время обязательно я сам посмотрю расписание, тут матчей у нас очень много, поэтому вот так быстро сориентироваться, что к чему, честно вам скажу, сложновато. Вы, естественно, должны быть в курсе. Ну и если что, подсказывайте мне в эфире, если я вдруг что-то буду упускать. Так. «Металлург» атакует. Надо вторым темпом набегать. Так, так, так. Хороший обыгрыш. Вроде тут затеяли парни на фланге, но обыграть защитника томской команды не получилось.
Так, попробую я сейчас все-таки открыть таблицу. Ну, давайте, наверное, все-таки сначала состав томской команды озвучу, это будет правильнее. Абзаев Марк, номер 8, Агалаков 96, Брестский 28, Вершинин 22, Гвинейский 98, Ефремов номер 97. Здесь у нас опаснейший момент, еще один после углового, еще угловой будет. Гвинейский 98, Ефремов 97, Жаровских 24, Иванников номер 17, Миронов 4, Нестеров номер 5 и Сайбель номер 25. Это все ребята, которых вот мне сбросили, по крайней мере, родители. Но я так вижу, что по составу здесь намного больше пацанов. И кого-то, естественно, в моем списке нет. Так, ну что, спортшколе предстоит отыгрываться. И уже не впервые это на этом турнире, когда... Хотя вот в первом матче, по-моему, это мячи именно. Кузбассу забили первыми. А вот с Новосибирском, да, с Новосибирском там забитых мячей мы не увидели. Но хотелось бы борьбы в этой игре, конечно, в каждом матче. Я жду интриги, и эта интрига может возродиться, если вдруг эти мячи найдут силы в себе забить один мяч в ближайшее время. Ну, либо хотя бы попробовать вот этот вот минимальный счет на табло удержать как можно дольше. Да, смотрю я сейчас на те матчи, которые у нас еще впереди. И «Металлург» у нас сыграет с Новосибирском в 14:20. Эта встреча пройдет. Да, это будет сегодня. Это будет сегодня. «Металлург» сыграет с Новосибирском. Но в этой встрече будет решаться судьба первого места. Если, естественно, «Металлург» в этом матче одержит победу, то вот у них хорошие шансы на первое тире. Ух ты, какой удар дальний, хороший, это два. Но вот такое вот исполнение. Классный гол, ничего не скажешь, но здесь, наверное, голкипер немного ошибся. Все-таки у томской команды и... 19 номер отправляет мяч в сетку. У Новокузнецка пока проблем особых в игре в этой не намечается. 2-1. 2-1 это уже достаточно хороший счет к данной минуте. Так, следующий матч, который мы покажем в прямом эфире, будет пока не знаю какой. Поскольку с Шор и Динамо Барнаул у них, в общем, свои тут, своя атмосфера, свои операторы. Этого матча, скорее всего, не будет, а именно он стоит на поле номер один. А на втором поле у нас должны будут сыграть Football Skills и Байкал. Вот я знаю, что эти обе команды хотели бы очень сильно этот матч в прямом эфире посмотреть. Возможно, мы с организаторами попробуем договориться, чтобы эти игры поменяли местами. Я имею в виду поля. Шор поставить на второе поле. Не знаю, получится, нет, обещать не буду. Но если что, возможно, мы все-таки этот матч попробуем запустить. Хотя, я не знаю, тут есть, наверное, у меня возможность технической попробовать с этой точки второе поле зацепить. Ну, в общем, я подумаю. А если есть в чате болельщики Иркутска и кемеровской команды Football Skills, дайте знать, я вашу игру, наверное, в следующую покажу. Свяжитесь, в общем, со мной в WhatsApp или в Telegram. Обсудим этот момент. У нас тут пауза, пока голкипер томской команды повреждения получил. И... Но немного нужно подождать. Здесь я смотрю, второй голкипер запасной начинает разминаться. Но ждем, ждем, ждем. Yeah.
Так, извините, немного я отвлекся, но у нас пока в игре ничего не происходит. У Металлурга особых сложностей пока не возникает. Томску сложно даются выходы со своей половины поля, но и Новокузнецк большую часть времени проводит на вот этой чужой половине. Зажали они здесь оппонента и не выпускают. Не выпускают, и Томичам, ну, не просто даются эти минуты. Посмотрим, посмотрим, как они сумеют с этим или нет справиться. Пока выглядит так, что сложно. Сложно, очень сложно, но не знаю. Должны быть какие-то варианты для того, чтобы попробовать все-таки еще в этом первом тайме навязать борьбу. Нужен один гол. И тогда, возможно, интрига возродится. Но об этом пока, наверное, рано. Об этом пока рано говорить, потому что Новокузнецкий Металлург здесь серьезные проблемы создает для Томичей. Ну и обрушили в самом начале этого первого тайма просто шквал атак здесь на ворота Томска. Ребята из Металлурга, очень много стандартов, очень много угловых, а у Новокузнецка вот эти угловые, наверное, это самое главное их оружие на турнире. Еще будет удар, скорее всего, надо бить, уже нет, не позволили здесь пробить защитники. Но вот сейчас дальний удар, ну и не самое удобное положение было для этого удара, и мяч пролетает мимо ворот. Длинный пас вперед. Так, ладно. Что у нас тут по игре? Пока все по-прежнему. Вот одна из немногочисленных атак Томска пока закончилась ничем. Но это атака, ты не назовешь толком половину поля. Пацанов, к сожалению, пройти не получается. Ну и пока не клеится игра на турнире совсем у Томичей. Ну и Новокузнецк доказывает пока в этом первом тайме, что они будут здесь претендовать на многое. Да, этот матч, который был первым против Таяна, может ключевую роль сыграть так-то. Если вдруг Новокузнецк проигрывает Новосибирску, то у нас Новосибирск уже 100% первый. А дальше за второе место вопросов больше, чем ответов. И доп. Показатели будут важную роль играть. Пока не знаю, кто там наколотил больше мячей у Новокузнецка. Вроде как с этим полный порядок. И, ну, я так полагаю, что тренеру нужно давать установку на оставшиеся игры забить как можно больше. Поскольку велика вероятность того, что за второе место будет дополнительные показатели решать. Так что у Новокузнецка одна задача в каждой игре оставшейся – забивать, забивать и забивать. Так, ну пауз многовато у нас в матче. Штрафной удар в пользу Томска. Ну, может быть, как-то получится туда вперед мяч загрузить, зацепиться. Но даже этот элемент не удается. И Новокузнецк здесь
центром поля владеет целиком и полностью, контролирует ход игры в центре. Это дает возможность Металлургу вот такие атаки раз за разом проводить. И, ну, в центре это, наверное, ключевая здесь по этому матчу позиция. Вот в этой опорной зоне Металлург переигрывает соперника, и за счет этого напора в центре поля именно у них получается куда больше. Аут будет в пользу Новокузнецка. Ну и теперь аут в пользу Томска. Нужно точно вбросить и, может быть, попробовать. Ну, хотя я там смотрю, на дальнем фланге-то никого из партнеров и нет у Томска, поэтому смысла туда как-то мяч загружать сразу никакого. А вот так, что по штрафному, штрафного нет. Остался мяч у Томичей. Так, нужна точная передача, а передачи нет. Ну, да, все пока вот уткнувшись туда головой вниз в обыгрыш, и застревает все это в защитной оборонительной линии Металлурга. Обыграть в 1-1, один в один сложно, а вот такой игры какой-то осознанной в передачу пока у Томска не прослеживается. Ну и проблемы такие, наверное, по ходу всего турнира у команды имеются, что у ребят есть сложности именно с пониманием тактической подготовкой, что ли, где кто должен открываться, где кто должен находиться и как мяч разыграть правильно. Вот взаимодействий каких-то не видно, что ли. За счет индивидуальных действий здесь далеко не уедешь, а командной игры, к сожалению, у Томска не прослеживается. Так, пас вперед, но здесь кроме голкипера никого, и кемеровский игрок, нападающий, не... Ой, почему я кемеровский-то говорю? Это, видимо, с Новокузнецкий, естественно, Металлург. Извините, пожалуйста, эти оговорочки, они... Но это уже от усталости, и у нас тут по 6 игр в день проходит, и голова иной раз кругом идет. Естественно, Новокузнецк у нас атаковал сейчас, и... Ну, их нападающий не имел шансов до мяча добраться. Так, я попробую сейчас в чат вернуться, глянуть, как у нас там дело обстоит. А у нас здесь 3-0 должно быть. Нет, голкипер все-таки вышел томской команды из ворот. Ну и с большим трудом, но удалось спасти свои ворота. Ой, как же я много тут наговорил, да, по поводу Кемерова. Извините, пожалуйста. Естественно, Новокузнецк. Тормозить, да, сильно начало. У меня были проблемы с интернетом утром. Ну, качество трансляции я исправить не могу, поскольку это не от меня зависит. Это проблема с местным интернетом, скорее всего, с провайдером. Вчера тоже были такие минутные пролаги. Да, я вижу, что все тормозит ужасно. Я не могу это исправить. Это связано с местным интернетом. В перерыве попробую исправить этот момент, но не обещаю. Если вдруг что-то пойдет не так, у меня резервная копия всегда записи матча есть. Без тормозов я его, эту резервную копию обязательно выложу. Но вот в данный момент возможности исправить это... нету. Я надеюсь, что исправится у нас ситуация. Пока не могу сказать, с чем это связано. Есть проблема, скорее всего, на стороне провайдера, поскольку у меня оборудование здесь стоит и все отстроено, настроено с самого утра. И, ну, пока исправить это возможности нет. Извините, пожалуйста. Далеко мяч выбивает голкипер томской команды.
Есть подбор от Кемерово, ой, от Новокузнецка. Металлург идет вперед. Пас под удар. Удар поворотом. Это 3-0. Металлург выходит, забивая третий мяч, наверное, уже выходит на финишную прямую в этой игре. Все-таки три мяча отыграть возможности никакой нету. Ну и у нас еще ни одна команда с такого счета не возвращалась. Так, в центре поля владеет мячом Томичи. Хороший перевод направо. Что по удару? Удара пока нет. Но я вижу, что продолжаются у нас эти тормоза. Угловой. Угловой. Томская команда заработала. Будет подача сейчас с правого фланга. Ждем, ждем подачу. Я смотрю, кстати, вроде как есть варианты, что связь восстановится. Хотя удар поворотом и еще угловой будет. А, да, пока с интернетом беда. Продолжается вот эта вся история с тормозами. Я обещаю, что я этот матч в записи выложу обязательно. Далеко вперед мяч выбивает голкипер. Но на этом пока все. Я попробую сейчас поправить момент с интернетом, но не обещаю пока ничего. Давайте отдыхать, вернемся ко второму тайму. Thank you.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Не знаю, что МОК сделал. Вроде как все стабилизировался, сигнал. Честно вам скажу, не знаю, в чем проблема. Но вчера тоже были пару моментов, когда вот такие пролаги случались. Ну, надеюсь, второй тайм у нас без проблем технических пройдет. Сейчас я попробую вернуться туда в чат, посмотреть, как там все у нас запустилось или нет. Надеюсь, что будет порядок по качеству соединения. В любом случае, резервная копия у меня всегда матчи всех записывается. И, ну вот, этот второй тайм мы начинаем, я надеюсь, что с хорошего сигнала. И не будет у нас больше таких проблем, как было в первом тайме. Но, если что, я запись этого матча в раздел видео на своем канале обязательно сегодня вечером выложу. Так что, ну, не серчайте сильно на меня. Пока у нас 3-0. Металлург Новокузнецкий ведет по счету достаточно уверенно. И в первом тайме ребята особых проблем не испытали. Томская команда, ну, пытается какую-то свою игру нащупать. И, ну, были у них такие пару моментиков после подачи угловых. Ну, не сказать, что прям серьезные проблемы для Новокузнецка они представляли, но тем не менее вот хотя бы стандартов сумела добиться томская команда, и это, наверное, пока единственное, чем могут томичи похвастаться. Для Металлурга, да, я вижу в чате, что вы пишете сейчас хорошее качество, тут не в качестве проблема, само-то качество было изначально всегда стабильным и понятным, тут проблема была в том, что, ну, сигнал, в общем, с тем желаемым качеством не проходил в ширину канала интернета, который здесь есть. И из-за этого были, ну, в общем, вы наблюдали такие типа тормоза. Я сделал все, что возможно, перезагрузил здесь оборудование. Вроде как помогло. Давайте наблюдать. У Металлурга задача одна. Новокузнецку нужно забить и забить как можно больше. Потому что велика вероятность того, что судьба второго места в этой подгруппе будет решаться по дополнительным показателям. Эту аналитику мы с вами в первом тайме уже провели. И становится все очевиднее этот вариант, что вот Металлург, выигрывая сегодня, еще одну игру парни проведут с Новосибирском. Если проиграют, то там стояном будут считаться голы. Если же Металлург сумеет выиграть Новосибирск, либо заберет у них хотя бы одно очко, тогда Металлург, скорее всего, выйдет, ну, либо с первого, либо с чистого второго места, без вот этих всех голов. Поэтому вот пока этот матч не состоялся с Новосибирском, я имею в виду, у Металлурга одна простая задача – это забивать, забивать и забивать. Ну и пока в первом тайме у парней из Новокузнецка удается это сделать. И второй тайм начинается так же примерно, как и первый. Многочисленные атаки с их стороны. Вопросики, наверное, по реализации какие-то присутствуют. Но я бы не сказал, что Новокузнецк здесь много чего не забил. Вот вчера была игра, допустим, Новосибирск с той же командой спортшкола 17 со второй, в которой у Новосибирска было, ну, я не знаю, там моментов, они всего 4 забили, а моментов было, ну, голов, наверное, на 15-20. Вот в этом смысле, да, у Новосибирска с реализацией проблемка. А здесь все-таки у Металлурга не так много вариантов. Но я думаю, что счет мог бы и крупнее быть. В первом тайме было очень много стандартов, очень много угловых. Еще один дальний удар от капитана. Ну и мяч в руках у голкипера. Кстати говоря, его бы я, наверное, похвалил. Один из немногих в команде игроков, который вот, ну, наверное, с Новосибирском вчера хорошую игру продемонстрировал, несмотря на счет. И сегодня, в принципе, тоже выручает своих партнеров. Так что голкипер, наверное, у спортшколы 17, у второй команды,
ну, делает свою работу хорошо настолько, насколько позволяют это партнеры. По команде все-таки слишком много атак со стороны соперника. Это, естественно, не вина голкипера. Так, ну а я, кстати говоря, хочу вам проанонсировать следующую игру. Мы, скорее всего, с вами посмотрим матч, который пройдет на втором поле. Football Skills будет играть против Байкала. И в той подгруппе Байкал хорошие шансы имеет на выход с высокого места. Да, они вчера проиграли дважды, но вот после того, как удалось победить сегодня утром, у Байкала замаячила такая надежда на хороший футбол и их высокое место в турнире. Ну и Football Skills тоже хорошая команда, которая, в общем, может еще в той группе шороху навести. Да, там, наверное, определились уже более-менее лидеры, но, тем не менее, варианты какие-то присутствуют. Так что, если что вдруг, то имейте в виду, можно будет этот матч посмотреть. Но он, скорее всего, пройдет на второй половине поля. И мы вот с этой точки попробуем поработать на дальней части стадиона, поскольку на первой половине будут играть команды, которые, ну, в общем, трансляции особо им не нужны. Так. Ну, в атаке продолжает у Новокузнецка получаться многое. Другой вопрос, где-то, наверное, может быть, остроты им, что ли, не хватает. И, ну, не всегда получается мяч доставить в точку, с которой можно ударить. Такими забросами, длинными передачами не брезгуют парни из Новокузнецка. И где-то это, наверное, в минус им идет. Если вот прям так попробовать помельчить, то, наверное, получше должно было бы быть. Пока за счет, наверное, все-таки вот давления в центральной части поля. Вот эти большие ожидания и возможности открываются для Новокузнецка. Далеко вперед вбрасывают аут парни из Новокузнецка. Пас на фланг, и будет, скорее всего, оттуда подача. Нет, подачи не будет. Защитник доиграл, но будет аут для Металлурга. Так, ну а у нас сегодня еще запланирована игра, как я уже и сказал, Football Skills сыграют с Байкалом. Этот матч мы в прямом эфире увидим с вами. Следующая игра — Таян будет встречаться. Вторая команда. Так, здесь опасный момент. И еще можно пробить. Нет, сейчас удара не будет. А вот сейчас передача это была. И выходит мяч за пределы поля. Так вот, Таян 2 сыграет со спортшколой 1 на первом поле. Этот матч в 14:20 у нас начнется. Ну и дальше Таян будет играть с Кузбассом на первом поле. Эту игру, скорее всего, мы с вами увидим. Не знаю, в открытом доступе или будет закрытая ссылка. Пока точно сказать не могу. Так, ну что, напрашивается передача сюда, наверное, назад. Да, и можно попробовать отсюда уже загрузить мяч в штрафную. Хорошие действия от нападающих Металлурга, но вот дальше вроде как закрыто. Стучаться они с левого фланга в штрафную, зайти туда не получается пока. Хороший пас еще раз на фланг на левый. Пятый номер будет пытаться здесь защитников качать. Получается ему отдать точную передачу, но как-то нерасторопно здесь нападающий сыграл. И момент упущен.
Так, аут будет в пользу Металлурга. Ну, ждем, когда мяч ведут в поле уже ребята. Так, ну и как-то давненько мы уже ударов не видели. Хотелось бы и посмотреть. Перевод сюда налево. Но сложно, конечно, такую оборону вскрывать. Все-таки томская команда уже большую часть времени старается в своей штрафной проводить. И, ну, я думаю, что задача на этот отдельно взятый второй тайм должна быть... Ну, просто возможно его попробовать выиграть. Других глобальных целей пока, ну, наверное, ставить сложно при таком счете. Поэтому рассчитывать на большее, наверное, не стоит. Ну, а Новокузнецк как-то вот во втором тайме не может забить больше. И 10 минут команды уже отыграли. Да, времени еще много, но... Надо ребятам набирать забитые мячи, делать хорошую разницу. Да, вот я сказал о том, что где-то остроты не хватает впереди, где-то передачки такой хорошей, обостряющей. Может быть, фланги где-то чуть пошустрее разыграть. Где-то, может быть, соперника, наоборот, вытянуть сюда, ближе к середине, чтобы он раскрылся побольше. Все-таки, ну, на чужой половине, пока ты с мячом, обороняется команда большими силами соперника. И сложно такую оборону взломать. Так, хорош проход, и с ударом бы еще атаку завершать. Нет, отбиваются-то мячи. Перевод на правый фланг, но здесь передачка не точная. Ну а время так-то тикает, и... Да, вопросов, наверное, о победителе не стоит, но вот у меня вопрос, сколько Кемерово сможет... Ой, Новокузнецк, конечно же, забьет. Не знаю, как-то клинит меня на Кемерово почему-то, извините, пожалуйста, уже просто сам понимаю, что береберду какую-то говорю, но ничего поделать с собой не могу. Так, а здесь опасная срезка, это угловой. Ребята из Новокузнецка этот угловой сейчас с правого фланга исполнят. Но, возможно, с углового во втором тайме удастся размочить счет наконец на табло. Пока забитых мячей во втором тайме не было. Подача. Так, а по удару что? Ой-ой-ой-ой, ну эта карточка должна быть... Опасная игра, и в лицо ногой угодил у нас игрок Металлурга, но вроде бы все хорошо с игроком томской команды. Да, так неприятно. Ну, понятно, действия игрока Металлурга тоже объяснить можно. Хотелось ногу подставить, забить, но так высоко ноги задирать нельзя. Тем более, когда рядом соперник, защитник. Ну, в общем, такую серьезную травму можно нанести сопернику. Так, ну что, вот она, томская атака. Ну, хотя бы удар нужен. Хотя бы удар нужен, но это не удар. Отворот. Отворот будет мяч вводить голкипер Новокузнецка. Далеко вперед его отправляет. И, кстати говоря, точно эта передача получается. Еще один угловой зарабатывают парни из Новокузнецка. С левого фланга на этот раз.
подача. Да, ну как-то вот последнее время Томская оборона справляется с этими дальними ударами, блокирует большую часть этой мяча. А вот пролезть сюда поближе к штрафной у Новокузнецка не выходит. Ну и Металлург в атаке, это я даже не знаю, то ли передача, то ли удар. А в любом случае мяч выходит за пределы поля. Отворот. У Томска массовая замена, я смотрю, проходит здесь. Хороший перевод направо. И можно попробовать, наверное, обыграть. Нет, обыграть не получится. Будет подача. Это передача даже получается. И есть подбор вновь за Новокузнецком. Удар издали. Вновь приходится в защитник. Ну да, здесь большая плотность в обороне томской команды. И тяжело, тяжело с такой обороной совладать. Но это тоже опыт, необходимый опыт для игроков Металлурга, который вот дальше им может пригодиться. Нужно уметь играть первым номером, нужно уметь играть от обороны вторым номером в определенных обстоятельствах, нужно уметь взламывать оборону соперника, который вот так большими силами обороняется. Короче говоря, здесь навыков различных масс и стратегий, и тактик, и всего остального, которое нужно вот наигрывать. И в этом смысле наш турнир, конечно, большой шанс ребятам дает. И вот у Металлурга сейчас как раз-таки проблема с тем, чтобы вот такую эшелонированную оборону вскрывать. Ну и парни пытаются ключики здесь подбирать. Пока во втором тайме получается так себе, но тем не менее. Это опыт, это хороший опыт. Так, ну и что, Томск переходит в атаку на чужую половину поля. Правда, закрепиться с мячом не удается-то мячам. И это аут в пользу Металлурга. Аут в пользу Новокузнецка. Еще один. На чужой половине парни обосновались. Нужно прострелить. Нет, прострел не будет. Покидает мяч пределы поля. Отворот. Ну, тяжеловато, конечно, такие матчи комментировать. Когда уже результат понятен, то сложно дается мне вот работа на таких матчах. Да и смотреть, наверное, уже скучновато. Если честно, понятно, болельщикам команды, которая выигрывает, приятно наблюдать за тем, как их команда побеждает, и чем крупнее счет, тем лучше. Но вот в таких играх сказал я о том, что Металлург, ну вот за счет оборонительных действий соперника, наверное, опыт положительный для себя извлекает. Ну, так-то в целом, конечно, игра такая себе получается. Незрелищная, что ли. Пока все в одни ворота идет. Ну, хотя бы один гол нужно попробовать-то мячам-таки забить. И где-то, может быть, это завтра скажется в позитивном ключе для них. Слишком сложно пока все. Ну а я напомню, что у нас уже завтра закончится групповая стадия. И на всякий случай еще раз по регламенту пройдемся. У нас две команды из подгруппы выйдут в решающую стадию. И первый матч уже завтра команды сыграют в распределение призовых мест. И далее будет заключительный матч, который пройдет в воскресенье. Те команды, которые не попадут вот в эту решающую пульку из двух лучших в подгруппе, будут уже в воскресенье сразу играть за какое-то место.
в зависимости от того, с какого места парни выйдут из-под группы, ну, условно говоря, там шестое место будет играть за 11-12, пятое место за 9-10, ну и так далее. Так, есть хорошая попытка убежать по флангу, правда, вот пас не точный. В углу в правом там попытка от Металлурга как-то разыграть в свою пользу эту историю увенчалась неудачей. Будет аут в пользу Томска. В центре поля подбирает мяч Металлург. Ну и Новокузнецк выманивает тем самым соперника ближе сюда, к половине поля. Возможно, в этом есть какой-то смысл, чтобы вот какую-то разряженность на поле, что ли, получить. А, мяч в игре. Новокузнецк в атаке. Там защитник, по-моему, руками себе помогал. Ну ладно, свистка не последовало. Это аут. Только лишь. Металлург в атаке. Ну и как-то давненько уже хороших таких ударов от них мы не видели. Пас вперед, и идут в прессинг мячи на чужой половине поля. Но легко этот прессинг был разбит парнями из Новокузнецка. И теперь хорошая скорость по правому флангу от капитана команды. Прострел, мяч в руках у голкипера. А, кстати, нет, это не капитан был, извиняюсь. Издалека мне показалось, что красная повязка на плече. Но я ошибся, здесь капитан в обороне играет. Далековат он был от эпизода. Угловой. Угловой. И это хороший шанс на то, чтобы Томску размочить счет в этой встрече. Давайте смотреть. Давайте смотреть. С правого фланга будет сейчас подача. Ну, я смотрю, тут большое количество игроков из Томска в штрафную подошли. Это перекладина и... Так, свисток. Похоже, что мяч покинул пределы поля. Или что? Или свисток о чем? Подождите-ка, отмена операции, пенальти? Ой-ой-ой-ой, а кто свалил? Я даже не увидел, если честно. Это нарушение правил, это пенальти. Вот такая вот развязка. Интересно. Мяч попал в перекладину. Я подумал, что мяч покинул, возможно, пределы поля во время полета. Но свисток был не об этом. Свисток был о нарушении. Я, честно скажу, не разглядел. А голкипер у нас спасает. И... Но я не знаю, здесь забить было проще, чем не забить. Как здесь добивание не забили? Ну, просто диву даешься. Так, подбор в центре. Хороший проход, но вот-то мячи встрепенулись. Отличный прострел, ну а где удар-то? Ёлки-палки, как все пролетели. Не знаю, как-то у Металлурга прорисовываются какие-то неприятности во втором тайме. Долгое время парни не могли забить. Ну и сейчас вот проблемы уже возле штрафной площади возникают своей. И пенальти вот этот абсолютно на ровном месте. И какие-то атаки начинают у Томска проклевываться впереди.
Так, Новокузнецк мяч в центре забирает, а у нас звучит свисток об окончании матча. На этом все. Ждем с нетерпением игры «Металлурга» против «Новосибирска». Давайте на этом пока прощаться. Ну и увидимся в ближайшее время, я думаю. До скорых встреч. Пока-пока.